Новый год к нам мчится, скоро все случится. Здравствуйте, это кулинарное бюро. Сейчас будем готовить новогоднее блюдо. Радмир, расскажи, что будем делать? Сегодня будем готовить рыбу. Называется лакомый кусочек. Новогоднее такое блюдо. Очень вкусное, очень быстрое. Наверное, всем понравится. Для этого нам понадобится порционный кусок семги, листы салата, вяленые помидоры, помидорчики черри свежие, спаржа вареная и лайм. Хорошо, давай приступим. С чего начнем? Сперва замаринуем семгу, чтобы она чуть постояла, пока мы будем заниматься другими ингредиентами. Для этого понадобится соль и специи. То есть мариновать будем в соли и в перце? Да. Используем морскую соль. Оливковое масло нужно на сковородку наливать или же рыбу? Можно наливать тоже на рыбу, чтобы лучше впиталось его аромат, специи. Косемга маринуется. Займемся салатом. Для чего нам салат, скажи? Это уже будет под гарнировка рыбы. Угу. Что мы делаем с салатом? Салат будем перемешивать с вялеными помидорчиками. Берем вяленые помидоры. Режем их пополам. Добавляем листы салата. Все перемешиваем. Можно тоже чуть подсолить. Сейчас будем жарить спаржу. Жарить спаржу. Сперва будем жарить семгу. И, наверное, потом приступим к сервировке самого блюда. А спаржа у нас в каком виде сейчас? Она уже готова. Мы заранее его подготовили, сварили. А так везде продается сырая спаржа. Начнем обжаривать семгу. Жарить мы ее будем со всех сторон? Нет, жарим только с одной стороны. Угу. Получается, она у нас полусырая, калированная. А для чего нужна спаржа, Радмир? Спаржа это у нас будет гарниром. Выкладываем листья салата вместе с помидорами, да? Вместе с помидорами, конечно. Жалко, конечно, что запах не передается. Через камеру. Через камеру. Можно же, в принципе, в этой же сковородке быстренько обжарить спаржу. То есть вареную спаржу мы жарим, да? Да. Сколько по времени должна рыба жариться? Рыба 5-6 минут, не больше. А спаржа? Спаржа 2 минуты, наверное, будет достаточно, потому что она заранее была уже подготовлена. Но спаржу мы со всех сторон обжариваем. Да, со всех сторон. Хорошо, помидоры черри. Вот у нас уже имеются помидоры. А помидоры черри для чего? Черри тоже будет как гарнир рядом с спаржей. Мы их сейчас тоже будем жарить. Помидоры будем жарить, да? Ну, слегка, чисто, чтобы придать аромат. Начнем подготавливать лайм. Режем напополам и делаем из него долечки. Рыба. А рыбу мы кладем на сверху, спаржу. На спаржу? На спаржу играет роль подушечки. Красивые какие помидорчики. Вот такой замечательный лакомый кусочек получился у нас в конце. Что хочу сказать, очень быстро. Насколько это вкусно, я еще не знаю. Нужно пробовать. Первым делом я хочу попробовать помидоры, просто я их никогда впредь не ела. Необычный вкус, остренькие. Приятного аппетита!